Всем привет, с вами канал Железяка 123. И сегодня мы постараемся разобраться, правда ли вдвое больше объем видеопамяти означает большую производительность видеокарты в целом. Или что лучше, больший объем или большая пропускная способность видеопамяти. В качестве испытуемых у нас сегодня две видеокарты Radeon HD 3850. Первая с 1 ГБ DDR2 видеопамяти, а вторая с 512 МБ DDR3 видеопамяти. Пропускная способность видеопамяти первой карты составляет 32 ГБ в секунду, а пропускная способность видеопамяти второй видеокарты составляет 63 ГБ в секунду. В итоге первая видеокарта имеет вдвое больше объем памяти, а вторая вдвое большую скорость памяти. В качестве первого теста будет игра CS:GO. В данной игре производительность двух видеокарт оказывается примерно одинаковой, но на мой взгляд вторая видеокарта все же оказывается немного производительнее. Вторым тестом будет игра Warface. В данной игре вторая видеокарта показывает гораздо больше FPS, чем первая, от 10 до 30%. Неплохой прирост производительности, особенно если учесть, что у нее вдвое меньше видеопамяти. Хотя надо отметить, что в данной игре не используется больше 512 МБ, что видно по мониторингу. Также проверим и разницу производительности в танках, как в самой игре, так и в игровом тесте. В
самой игре перевес производительности, а также у второй видеокарты. Перевес небольшой, порядка 10%. Также стоит отметить, что при выбранных настройках графики больше чем 512 МБ не используется. Но дальше, в игровом тесте на низких настройках и в HD разрешении памяти используется уже 650 МБ. А преимущество остается все так же за второй видеокартой. Парадокс, да и только. Правда, преимущество уже всего 5%. Ну и последним тестом будет игра GTA 5. Разрешение Full HD, настройки графики низкие, в игре называются стандартными. Тут потребление видеопамяти уже больше чем 1 ГБ, но преимущество все так же остается за второй видеокартой. Она оказывается от 5 до 20% производительнее. We'll be right back.
Что мы имеем по итогу? А по итогу мы имеем, что видеокарта с меньшим объемом видеопамяти оказывается хоть немного, но производительнее видеокарты с вдвое большим объемом видеопамяти. Это не означает, что толку от большего объема видеопамяти никогда нет. Это означает, что есть как более важные параметры видеокарты, так и совокупность параметров, влияющих на производительность видеокарты. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите в комментарии. А у меня на этом все, и до встречи в следующем видео.